А вот и территория самого отеля. Несколько бассейнов, в том числе и детский, ну по стандарту. Мы видим ресторан. А это ресепшн. Тоже такой достаточно простенький. Но люди пьют и не парятся. Повозка. Вот. Вход в этот отель Palma Real. Еще немного бассейна в отеле Palma Real. Ну вот так, в общем. Скромно. Я думаю, цена также адекватна. И вот такое расписание. Чем можно здесь заниматься? Волейбол, футбол. Классный плакат, согласитесь.